Всем привет! Любите домашний хлеб? Вкусный, ароматный? Тогда это видео для вас! В просеянную муку добавляем соль, дрожжи, перемешиваем. Добавляем теплую воду и вымешиваем тесто. Добавляем растительное масло и продолжаем вмешивать тесто еще несколько минут. Накрываем тесто и убираем в теплое место на 40 минут. Тесто подошло, сейчас его нужно растянуть. Коврик смазываем маслом. И кладем тесто. Растянули, а сейчас складываем конверт. Кладем обратно в миску и оставляем на 30 минут. Тесто подошло. Разделяем на части и формируем наши будущие буханки. Я вот так, чтобы сделать точки, которые вот так делают. Thank you.
Знаешь, я хочу вот это, эти шоколадки. И покупаю их. А сейчас кладем в форму. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. А сейчас включаем духовку и разогреваем до максимальной температуры. Отправляем хлеб выпекаться. Выпекаем до румяной корочки. Вытаскиваем из формы и даем им остыть. Спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч!